Народ, всем привет! Сегодня у нас будет ролик с рандомчиками, ибо вышел 6-й сезон, и я решил проверить, насколько же комфортно играется с рандомами. Всем приятного просмотра, и не забываем про подписку, лайки и комментарии. Ах да, и напиши, понравились ли тебе изменения 6-го сезона. Так, давай посмотрим, что нам за рандомчики попались. Так, Тукаса. Ну, явно... Маловероятно, точнее, что русские. Русский поезд, здесь жарко. Бля, у пацанов свое задание какое-то, да? Вижу противника. А то, что там, блядь, файт конкретный, да, ребята, вам похрена, да? Принято. Принято и пошли дальше. Охеренные ребята. Ну, я так понимаю, что они. Давай посмотрим. Вариант зажать в тиски. Соски в тиски, блядь, походу так. Бля, пацаны, вы что делаете? Блин, сыпунов каких-то в отряд взял, блин. Так, ладно. Брони нету. Что ж поделать? Ультра-1, похоже, в этом районе все тихо. А там охотники, там охотники, там заряженные охотники прям конкретно. Сейчас они бэпку дадут. Эти товарищи на них пойдут. Я попробую со спины их прикрыть. Иду сюда, последний отменяется. Отмечаю бойца противника. Ультра-1, ваш отряд рассредоточен. Советую. Ультра-1, ваш напарник ранен. Вы под обстрелом. Батя, кто тебя ранил? Раненый ты наш. Отметил их бойца. Слушай, ну вариант заходить в спину только, блядь. И ассимилироваться. Четвертое место есть? Да, мне надо потенциально быть первым. Все сюда пошли. Да, вон трейсера идут. Я нашла вражескую цитадель. А кого они там жмут? Смотрите, вы хотите сказать, что они туда подсосались? Маловероятно. Крышу надо занять. Иду. Ультра-1, откройте карту и найдите контакты с этим заграждением. Пикап, пикап.
Так. Двух сделали. А, зеленый наш тоже кого-то ебнул. Двух или трех получилось. Пикап, пикап. Блять, а мне броня нужна, кстати. Мне нужна броня. Этого, кстати, на втором этаже не я прикрыл. Это у нас Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Так, надо плашки, надо бабки. Иду сюда. Ну слушай, ну рандомы хотя бы инфу дают. Чего, блядь? Че тебе надо? А, понятно. Оставила боеприпасы. Так, знаешь, что надо? Так, нам нужны деньги, нужны плашки. Хотя бы чуть-чуть. Ну, блин, хотя бы две, и то жить хорошо. Так, надо подумать, куда нам идти. Товарищи наши в сторону Раханчика пошли. Иду. Не, не сюда. Иду сюда. Мне кажется, они туда пошли. Что за сборочка вообще? Серьезно? А, такой? Окей. У меня есть обычные БПЛА. Стоит ли юзать сейчас? Короче, мы с Ларой Крофт. Оперативно-тактические ребята. Так, а я вот... Не, это, кстати, неплохая вещь, это не нужно. Это мне нужно. Заебись. Спасибо. Так, а что там за гранатометчик? Где он там? Откуда он по мне шмальнул? Да вы серьезно, блин? Да где ты, блядь? Всю броню сожрал, блядь. Это не ты, блядь. Где-то еще есть. А, вон он. Нет. Что, в натуре, где он тут-то? Он же так нас вообще просто может очень серьезно наказать, так сказать. Так, в районе все тихо. Не похоже. Не должно быть все тихо. Две респы. Иду. Слушай, а М13 хорошая. Хорошая. Что-то до этого кастов юзал. Так, пойдем походим, третью жилетку поищем, блин, что ли. Пока все два. В этих ящиках постоянно складываются жилетки. Очень часто. Я бы средний рюкзак, если то было. О, знаешь, что надо? Свод закинуть. Царапина.
Что, ты хочешь зачистить? У тебя ключик есть? У меня нет ключика. Иду сюда. Да, блять, откуда? Я тебя найду. Ты мне все плашки сожрал. Так, сейчас разведку, мы пока... Блядь, нихера себе он дает. Понял, все, я тебя нашел. Да все, живи, саморезки нету, блядь. Так, надо не откиснуть. Так, давай сейчас разведочку посмотрим, как вообще дела обстоят. Где пацаны, где типы. Есть ли пацаны, есть ли типы. Пока только боты. Долбите. Одного вышибли. Если вы продолжите убивать исполнителей, за вашу голову будет назначена награда. Я под обстрелом. Так, пушить, наверное, не вариант. Блять, нихера себе! Рандомчик, ёб твою мать. Смурфу, блядь. Я с тобой. Здесь подсумок для брони. Машина противника отмечена. Вы готовы продолжить бой, отойдите. Меня зацепили! Да заебали, а? Ультра-1, ваш отряд разделился. Рекомендую держаться вместе. Сейчас жилетку связиста выйдет. А чё она толку без плашек-то, а? А, это вот гранатометчик взяли. Ладно, жить можно. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Бойца противника. Движение. Вы
Все, я понял. Так, нам нужны плашки. Нужны плашки, поехали за плашками. Ебал розовый, ты чё, блядь? Вафля. Эмо. Так, патроны, блять, боеприпасы. Блять, патронов нету, серьезно. Окей. Я без патронов. Я с патроны собираю, они за меня их собирают. Так. Здесь склад боеприпасов. Это похрен. Это похрен, ребята. Мы, в принципе, и так под шумок подойдем. Сигнал какого работает. Иду сюда. Здесь пехота противника. Легкий внедорожник противника отмечен. Так, здесь у нас сейчас будет файт. Типочки, две команды подойдут. Здесь противник. Ушла. Иду сюда. Пошел наверх. Отмечаю их пехоту. Да, блядь, заебали. Что там вам надо, а? Огрызки. Раш. Ультра один, внимание, рядом с вами замечен отряд исполнителей. Чего главное не затупить, нормально отыграть. Но на магазине они где еще могут быть? Вы
Живи. Ультра-1, ликвидация подтверждена. После следующей вы станете целью контракта. Ультра-1, help. С вами находятся исполнители противника. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Ультра-1, внимание, в вашем районе видели отряд исполнителей. Окей. Блять, да ну нахрен! Ультра-1, это главный. Ветер в районе усиливается. Вам нужно эвакуироваться, пока радиация не распространилась. Ёб твою мать. Раш. Хорош. Еще, блядь. Ультра-1, в вашей области замечены исполнители противника. Еще. Ебать их там. Не бы лекарство какое. Я уже вырубаюсь. Ультра-1, неподалеку от вас находится взвод исполнителей. Откройте, надо подлечиться. Ну, розовый это вообще смог, блядь. Их надо реально пушить сейчас. Единственный вариант, блять, выжить. Сейчас друг друга, блять, порезают там по кругу. Вот те и рандомчики. Ну, единственное, боты сейчас загрузятся к ним. Ебать ты вообще, дятел. Как не увидеть его, а? Блять, нашего одного оставил. Вообще шикардос. Просто шикардос. Help yellow. Pink, help yellow. Блять, ебать. Бэпку юзай, сука, быстрее, блять, дятел. Так точно. Вижу вышку. Еблать. И просто и лутается, блять. Бэпку юзай, дятел. Нам хана будет, если не заюзаешь. Так, я какой? Я синий. Иду. Я под лестницей. Но. Камбэк. Лазеры упали, как этого, блядь. Бля, я под забором лежу, одни, блядь, меня в упор не видят. Оставила боеприпасы. Блядь, ну помогай ты, помогай. Двоих забрал, молодец, блядь, еще один.
и всех забрали, что ли? Вышли из зоны. Наверху стоит Е-тачка. 100%. А вот ИСУ 9 мм это я себе заберу. Сейчас меня только подымут. Так, мне ИСа 9 миллиметров надо подобрать. Спасибо. Где она? Бля, ну зарешали, пацаны зарешали. Очень плохо, но зарешали. Я думаю, там просто эти были. Реально, блядь. Румынские вафли, блядь. Точно. Так, давай, знаешь, что посмотрим? А, во-первых, эвака уже пошла. Пусть валяются, блядь, эти бочки. Третьего все равно не найдем. Так точно. Хорошо, поняла. Хотя! Один момент. Че, пойдем насквозь, посмотрим, как это будет. А нафига она? Ну ладно. Если надо, поехали. Да едем, я понял. Че это, блядь? Че это вы стрелять начали, блядь? Какого хера? Все, понял. Если что, на последнюю идем. Ваку личную вызвали. Уже неплохо. Эвакуация одобрена. Ебись ты, братан, водитель. Спокойно, сейчас приведу. Так, снайпа здесь больше не понадобится. Давай ИСочку проверим. ИСу 9 миллиметров. Новый ган.
Прожорливый, но хорош. И вроде как он в метасборке идет. Прям номер один. Номер один метасбор. Ультра-1, беспилотник уходит на дозаправку. Вряд ли это, конечно, мета, блин, с одним отвесом, но... В принципе, последняя ивака не обязательно. Она просто далеко, на самом деле. Трёх забрали. Нормально. Пойдет.